И всем-всем привет, народ! Большое спасибо, что подключились, вы на канале Starlight. А мы продолжаем играть в лоботомию, день 23. Мы все еще находимся в центральном отделе Тиферет. Все еще страдаем от кучи неудобных аномалий. И нам предлагают новую, я удивлен, потому как у нас же центральный отдел забит полностью. Если сейчас нам скажут, что на самом деле в центральном отделе может быть не 4 аномалии, а 8, я просто вскроюсь. Потому что, ну, я все же надеюсь, что это для новых отделов, которые мы потенциально сможем открыть, потому что это не дело, то, что происходит сейчас. Но, ладно, что поделать, давайте выбирать с умом по возможностям. Жуткие, полные горя, улыбающиеся лица. Ага. Представляешь, что это? Мы встретимся вновь, как звезды. Ага. Не отворачивайся, просто продолжай смотреть. Держи его в поле зрения. Что это? Я опасаюсь, что это Алеф. Я опасаюсь, что все это Алефы. Что же делать-то? Я хочу вот эту вот штуку взять. Я не уверен, но что поделать? И мать. Мне это не нравится совершенно. Я просто в шоке. Меня прям потряхивает. Это аномалия из DLC, как я понял, созданная сообществом. Оно может попасть в любое отверстие вашего тела. Звучит как-то по-извращенски. В этом городе еще остались прекрасные изумрудные дороги, сверкающие ярче, чем что-либо. Ослабься, разве тебе не нужно благословление? Я ничего уже не хочу, игра, пожалуйста, прекрати. Страшно. Очень страшно. Двадцать третий день и снова разговор с Анжелой. Человечество давно хотело создать утопичный мир. Но что для них значит утопия? Да. Стоит ли она всех этих конфликтов и страданий? Возможно. Об этом успело сложиться и исчезнуть множество историй. Ага. Время шло. Люди начали терять веру. Наблюдая за ними, одни видели отчаяние, но другие видели надежду. В какой-то момент родилась новая цивилизация. Про что она говорит? Новые открытия, новые технологии. Она развивалась невообразимой скоростью. У всех крыльев есть хотя бы одна сингулярность, а? Наверное. Как того желали первые люди, технологии должны были создать утопичный мир. Люди желали лучшего мира. И развернулось невообразимое зрелище. Мы не можем знать, стало ли все это утопией. Ясно лишь одно. Это то, что позволило мне говорить прямо перед вами. Развитие цивилизации. Интересно. Вот. Можешь поговорить с Анжелой? Она как-то узнала, что у меня есть энкефалин.
Да, у нас был очень пренеприятный разговор между Анджелой и Ход в прошлом дне. Да и вот то, что было сейчас, это супер загадочно, конечно, было. Как я говорил, он только для консультаций. Да. Отсах. Сотрудник один. Юджина заставили вступить в программу. Сотрудник 2. Это же полный бред. Юджин так загружен работой. Бедный Юджин. Что он мог сделать? Возразить? О, какая музыка пошла. Ну, словно пешки на шахматной доске. Всем плевать. Ну, значит, у нас будет больше работы. Обращай на них внимание, Ход. Они всегда такие угрюмые. Но она же хочет всем помочь. Боже, как мне ее жалко. Просто. Цах, можно мне немного? Про что ты про... Оу. Ох, управляющий, поздравляю с успешным выполнением задания. Ой-ой-ой-ой-ой, ты тоже, да. Это только для консультаций. Да, только для консультаций. Вы понимаете, да? Почему они ненавидят меня? Все же было так хорошо. Все было так хорошо, а теперь... Почему они не видят моей доброты? Потому что она здесь никому не нужна, вот почему. Но... И думаешь, что здесь есть другая Сефира, которая также заботилась бы о них, как я? Так и есть. Все Сефиры так заняты своей работой, что не обращают внимания на своих сотрудников. В моем отделе всем сотрудникам легко. О. Я забочусь об их безопасности. И я не так холодна, как Есот. Я не совершаю ошибок, как Малхут. И я не пытаюсь бросить все, как Нацах. Почему же? Видимо, Ход ушла в себя. Я бы ее обнял, конечно, сейчас, но... Я хочу быть хорошим человеком. У непрямых исследований есть ограничения. Рано или поздно сотрудникам придется учиться на своих ошибках. К сожалению, не все выживают, впервые встретившись с аномалиями. Усмирите разные аномалии 4 раза. Усмирите имеется в виду... Как только они сбегут, это может быть проблемой, конечно. Дико. О, Тиферет. Последнее время сотрудники такие болтливые. Все так воодушевлены. Я рад этому, ведь такая живая атмосфера здесь встречается редко. Смотри, какой простой. Живая, неподходящее слово. Они просто работают бодрее, чем обычно. Это все из-за нового управляющего. И только. Так это же хорошо. Это же прекрасно. Разве нет? Должна понять, Сеферет. Это корпорация Лоботомия. Здесь новости, не связанные с чьей-то смертью, на вес золота. Сотрудникам надо о чем-то говорить, что все хорошо. Ну, если это хоть ненадолго повысит их эффективность, тогда ладно. Но я не могу понять, чего они так расшумелись. Разве ты не была взволнована, как остальные? Ну да, только в первый раз. Слушай, вот мы нашли настоящую Цундеру. Мы ее нашли. Цундера обнаружена. Мы должны быть рады. Каждый раз. Помнишь,
мы делали ставки на то, сможет ли управляющий спасти сотрудника с 95% повреждения психики. О, конечно. Я ставила на то, что он не справится. А ты что, справится? Да, но, к несчастью, сотрудник умер. Я была так рада своей победе, что просила заключать такое же пари снова и снова. Результат всегда был одинаковым. Да? Это немного грубо, конечно. Верно. Но ты перестала делать ставки? Ну, это из-за того, что ты постоянно проигрывал. Стало скучно. Я делал ставки не просто так. Я всегда надеялся, что результат изменится. Фу. Жаль, но тебя все время ждало разочарование. И такие милоши, боже. Но если наше время не было бы ограничено, то день, когда мои надежды оправдались, когда-нибудь бы да пришел? А что вы думаете? Возможно, его нельзя спасти. Ну, возможно, может быть. Я тоже так думаю. Возможно, если бы мы встретились раньше. Доказательство компетенции 2. Чтобы предотвращать перегрев, вы должны уменьшить количество работы, отдавая приказы эффективнейшим образом. Иначе же побеги аномалий и другие происшествия будут происходить постоянно. Завершите... Извините. Завершите день 7-м или ниже уровнем счетчика перегрева клипа-то, то есть... Ага, немножко сужаем, да? Рамки. Хорошо. Хорошо. Вы будете расширять крыло центральной команды контроля? Такая, знаете, сладкая парочка. Ну, да, я знаю, что они типа как брат и сестра. Вроде как. Но все же. Оу. Еще одно усиление отход. Приятно видеть. Так, что у нас здесь? Программа переподготовки и повышения эффективности клерков. Переподготовка клерков для обеспечения готовности к различным чрезвычайным ситуациям. Ну, либо нахождение более работоспособных кадров. Переработка процедуры найма. Ну, ладно, давай программу переподготовки. Раз такая пьянка. И сейчас мы получим... Усиление Тиферет. Оу. Щит, препятствующий физическому вмешательству. Щит, защищающий от красного урона. Активация щита, который на короткое время поглощает красный урон. Этот щит не защищает от других типов урона. Что это такое? Щит, подавляющий шок от белого урона. Защищает от ментальных атак. Или эрозийный щит, защищающий от черного урона. Как это работает вообще? Давай начнем с красного, что ли? Я спрашиваю, нужно ли вам это исследование? Да. Твою мать. Нет! Центральная команда действительно настолько велика, как я и думал. Ай-яй-яй, как это плохо. Блин. Это хем. То есть ваф. Аномалия, сплошь состоящая из шипов, которые оттаращивают крылья, используя взгляд людей в качестве удобрения. Хорошо. Ихе. Аномалия с очертаниями соломенного пугала. Вся его солома испачкана кровью. Мило. Что я набрал себе? Что я взял? Какой ужас. И сюда нужно еще двух людей. Может снять каких-нибудь отсюда? Мейсона, скажем. Не? Тут так мало людей работает. Ну, что поделать. Алекс. На самом деле.
и Оливия. О черт, о черт! Как страшно, боже! Так, и Сега что? Гармония. Наносимый урон плюс 30% за счет потребления хп сотрудника, пока оно больше или равно 10% от общего хп, то есть она жрет. Быть может, она и похожа на заржавевший механизм, но ее музыка завлекает слушателей сильнее любого другого музыкального инструмента. Использующий оружие должен отдать самого себя. Ведь искусство — это подарок дьявола, рожденный в отчаянии и страдании. Ага. Не прекращайте играть, пока ваше тело не рассыплется в прах. Мило. Мудрость требуется и мужество 2. Я даже не знаю, слушай. Выглядит устрашающе, конечно, Джулиан. Выглядит устрашающе, хорошо. От заинов нужно избавляться. Еще одно преломление. Давай отдадим преломление Алексу. Подожди, что я сейчас сделал? Так, окей. И больше у нас ничего нету. Как-то меня это беспокоит. Мы не можем выйти за рамки вот этих вот шмоток. Так, а здесь у нас ничего нет. Здорово. Это ужасно. Это вообще очень плохо. Ну, на самом деле они сейчас будут работать с очень опасными аномалиями, так что... Вот так. И... Вот так. Страшно, слушай, как-то все это ненормально. Нестабильно то, что у нас тут есть. Ну, что поделать. Давай попробуем. Я опасаюсь. Я прям супер опасаюсь того, что сейчас может произойти, но... Что поделать? Поехали. Воу, что такое? Количество пуль восстанавливается при каждом перегреве клипот. Интересно, то есть это что такое? Пули, активизирующие красные щиты. Воу. Круто, слушай, воу. Ха. Слушай, это выглядит как театр. Крест. Какой-то он слишком роскошный, этот... Центральный отдел, не находите? Тут можно представление показывать. Так. Это ты! Ненавижу. И пугало. Пугало это хе, хорошо. А ты это ваф. Хорошо. Начнем с вас тогда. Просто нужно проверить, как они относятся к следованию. Рену шевелится.
Черным уроном бьет, хорошо. И бьет довольно больно. Хочу я сказать, мы не выживем. Живет в глазах своей цели. Мы все еще в середине нашего путешествия. Мы идем по желтому кирпичу, чтобы сделать наши мечты реальность. Это что за отсылка на... Ну вы поняли, что... Взращивает шипы, направленные в небеса. По взгляде сотрудника Алекс. Чудно, Алекс не очень хорошо выглядит. Ясно, сошел с ума. Ну хоть сошел с ума, это хорошо. Где базука? Руки базуки, где? Так, а куда я его снарядил-то, а? Давай. Успокой. Ну, а тут вроде все неплохо. Погнался за умом вместо того, чтобы отпугивать птиц. Они его сейчас убьют из пистолетов просто. Быстрее, быстрее, Джулиан, где бы ты ни был. Они его убьют. Я просто хочу проверить, как это работает. Джулиан уже близко. Аномалия сбежала. Он вышел, ясно. Он вышел. Сейчас, секунду. Сначала проверим, как это работает. Ну-ка. Два. Нифига. Один выстрел. И вы в порядке. Звучит неплохо, да? Звучит неплохо. Так, что мне с тобой теперь делать, а? Страшило. Выглядит он довольно стрёмно, конечно. Так. Погнали. Проверим твою сопротивляемость. О-о-о! Всё с тобой ясно. Мейсон! Мейсон! Давай! Делай вещи. Он пока не очень-то и опасен. Слушай, ну базука прям работает хорошо. Надо его сюда перевести. Базучника. Так, идите на верхние ярусы. Ты мать. Успеем, не успеем. А, пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу сразу перезагружаться. Спасибо. И на этом. Бьет черным уроном, слушай. Прекрати. Прекрати и выйди. Нет, Мейсон, Мейсон, стой! Стой! Стой, погоди! Блин, ну чё ж так неудобно-то, а? Сейчас решим вопрос. Да погнали, усмирять. Здесь никого нету. Вау! О, как бьёт-то, а? Хорош! Так, 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 живо наверх. Давай, приманка. Слушай, вообще-то он и сам справится с ним. Страшил, разбушевался. Чё ж он... Просто такой, я устал, всё. С меня сегодня хватит.
Хорошо, как скажешь. Давай работать тогда. О, вторая гармония. Можем сюда вообще никого не отсылать. Ну хотя, почему бы и нет. Ну хотя нет, все, Камила повысила уровень, следовательно, извини. Мейсон, ну... Давай сначала вы отдохнете все. Но это было весело. Конечно, весело, когда никто не умирает, по крайней мере. Я так понимаю, эти штуки это пробав на комнату или на что-то типа того. Чтобы нам было проще. Так, эта штука не вылезла, пока я там делал вещи. Вообще не представляю. Так, что с тобой не так? После того, как сотрудник с уровнем мудрости равным 3 или выше заканчивает работу, уровень счетчика клипа понижается. А, то есть мудрость должна быть не очень высокая. Хорошо. Нет, подожди. Да, 3 или выше. Так у них и так 3. Камилу сюда отправить, что ли? Так, хорошо. В результате плохой работы уровень счетчика клипот понизится. Это ясное дело. Давай, мы на инстинкт это сделали, но давай пусть это сделает Камила. Просто ради интереса. А вот с тобой, я так понимаю, такие штуки не пройдут. Давай попробуем на подавление. И пусть это сделает какой-нибудь... я даже не знаю кто. Вот так. Просто проверка. Ну, выглядит эта штука устрашающе, конечно. Так, тут нам нужно 30. Нам нужны... Да, нам все нужно, по идее. Ну ничего, я надеюсь, мы справимся. Хотя это дело такое. Наверху я вообще не хочу ни с кем работать сейчас. У меня дел хватает по горло и здесь. Давай направим сюда... Никого? Пока что. Так, это мы открывали уже, да? Костюмы неплохие. Шанс успеха плюс 6. Выписка из исследовательского отчета. Боже, как она дышит. АИ-304. Важно лишь одно, никогда не обращайте на нее внимания. На самом деле, лишь она пытается привлечь к себе внимание. Она просто пытается привлечь. Она бормочет что-то нечленораздельное, чтобы привлечь к себе тех, кто находится в ее камере. Она даже пытается шепотом умолять остаться того, кто собирается уйти из ее камеры содержания, в надежде, что сотрудник инстинктивно повернется к ней лицом. Такое поведение сотрудников может оказаться для них очень опасным в присутствии этой аномалии. Очень важно не ослаблять бдительность и всегда быть начеку, когда вы находитесь в ее камере содержания. Если вы забудете хотя бы на секунду и ослабите свою бдительность, вы обнаружите себя бездумно смотрящим на нее. Вот еще одно предупреждение для всех, кто это читает. Ни в коем случае не дайте этой хитрой аномалии узнать ваше имя. Если она узнает ваше имя, она постарается им воспользоваться, чтобы обдурить вас и заставить повернуться к ней.
Без разницы, что вы услышите или чем она может попытаться вас привлечь, не оборачивайтесь. Любопытство — это роскошь, которому некогда потакать, никогда нельзя потакать, когда вы находитесь в ее камере содержания. Хорошо, хорошо. Хитрая дама. Осталась только информация о побеге раскрыть, и все будет хорошо. Ага. Точно. Будем делать костюмы. Нам их вообще не хватает. О, костюмы. Ну, давай. Почему бы и нет? Так, здесь у нас... Так, не забываем. Это очень важно. Навел, мы, по-моему... Вот эта штука вообще ни разу не сбежала, хотя это ваф. Как так? А другие аномалии, даже менее серьезные, вроде бы пытаются сбежать. Какой-то ужас. Ну, чё-то как-то не очень хорошо. Он умрет сейчас. Да. Что поделать? Я так и думала, что вы еще хуже Сефир сверху. Вы могли бы предотвратить смерть сотрудника, если бы... Уделили этому больше внимания. Посмотри, какая. Да, хорошо. Эта штука мерзкая, я понял. Не стоит отправлять сотрудников поопытнее. Хорошо. Ох, не знаю. Как в итоге все получится. Эта вот штука меня больше всего пугает. Давай. Все будет хорошо. Но нет, эта штука просто бьет. На инстинкт, короче, вообще не надо отправлять. Так, я забыл отправить сюда бомбардира Джулиана. Хотел ведь, но чё тупанул так. Давай, ходи с ума. Меня вообще ушатают. Ну, знаете, на понимание это гораздо лучше. Как-то получается у нас исследовать эту штуку. Воу, очень неплохо. Так, ясно, понимание. Эта штука любит. Ну, нет, пожалуйста. Ух. Страшно-то как, слушай. Давай читать. Работа с аномалией должна проводиться только когда управляющий наблюдает за камерой содержания. Ага, то есть это наоборот, смотри на меня. Я понял. А еще я понял, что мне нужно по две аномалии запихивать на превьюшку. Судя по всему, только сейчас. Давай, что поделать. Да уж. Ладно, что поделать. Ну, может быть, я действительно просто изменю предыдущее превью. Да, нужно будет об этом подумать, потому что тогда не все будет так хорошо, как хотелось бы. Когда камера содержания находится вне поля зрения камеры наблюдения, уровень счетчика клипа от аномалии понизится. Когда за камерой содержания аномалии не будет и дальше вестись наблюдение, даже после произошедшего феномена, уровень счетчика клипа продолжит понижаться. Ага, хорошо. Интересная штука. То есть за ней наоборот нужно постоянно глаз да глаз. Хорошо.
Интересная штука. Серьезно. Так, и давайте отправим всех на работу. Да, вот действительно, я наверх вообще даже смотреть не хочу теперь. Ну, потому что зачем? Зачем это делать? Тут работы вообще не нужны. Ну, кроме разве что схе. Только самыми хорошими сотрудниками прокачанными, но тогда у нас не будут другие качаться. И все. Да уж, да уж. Давай попробуем, что ли? Так. Первый уровень мужества. Ну, нам такое не грозит. Ну вот как-то так, что ли. Так, продолжаем исследовать. Тут у нас, по-моему, да, была Камила. Здесь на понимание отправляем. Как это неизвестно, во что? Отправляем Алекс. Ну, Алекс или Алексам? Тут сложно сказать. Так, где-нибудь еще есть перегрев? Важно. Да вроде... А, нет, есть. Воу. Ребята, вы что? Так, тихо. Я тебя понял. Я смотрю. Я внимательно смотрю на тебя. Я внимательно смотрю. Не отвожу взгляд. Только не убивай его. Только не убивай. Камила, ты что? Так. Сейчас мы успокоим тебя. Аномалия сбежала. Так. Быстро! Вы вообще не выполняете свои обязанности? Да быстро, говорю, они сейчас друг друга переубивают. Нет! Нет, быстрее! Быстрее! Давай, заряжай шарманку. Хорош! Беги! Беги! А, нет! Беги! Ну его нафиг! Воу, и ты беги! А, что ты делаешь? Я не знаю, что ты делаешь, но нафиг. Это что? Офигеть, как страшно! Боже ж ты мой, как страшно, ужас! Пиу. Щит. Пиу. Щит. О, это работает неплохо. Так. Работаем. Поезд. Как себя чувствует поезд? Так. Мне, пожалуйста, Сэмюэля. Живо. Сэмюэль. На нижние ярусы. Так, вы стойте. Стойте, вы уходите вообще повыше. Ты оставайся здесь. Поможешь. Отходим. Музыка крутая пошла, конечно, да.
Чёртовы... Понял, тебе плевать на белый урон? Точно ли плевать? Так, живо. Хотя, это не поможет особо. Входим. Вау! Жесть! Ты что с ними сделал? Страшило. Все же было так хорошо. Отдыхаем, 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 отдыхаем. Посылаем еще кого-нибудь. Кто-нибудь, это Мейсон. Твой выход. Все на позицию выше. Он насасывается из них. Жизненных сил. А, серьезно? Музыка, ну куда? Ну зачем? Так, поезд, как себя чувствует? Поезд чувствует себя не очень хорошо. Продолжаем работать, не покладая рук. Пока у нас есть такая возможность, на верхних ярусах, как минимум. Блин, как-то нет такого большого запала теперь, да? Давай. Все, я не смотрю. Быстро, Мейсон, давай. Живо. Делай вещи. При поддержке старшего брата. Еще. Еще, еще, еще. Ай, молодец. Фу. Ну слушай, это было круто. Мне понравилось. Все возвращаемся на прикрепленные места. Фу, вот это было здорово. Главное сейчас не помереть. Главное не помереть. Это вот прям цель сегодняшнего дня. Мерзкие. Что поделать? Фу, что-то, слушай, нервы какие-то прям. Штука эта не сбегает. О, какой коломет. Пронзительный крик, кстати, называется. Скорость работы повысилась. Выдержка из лога консультации 939. Сотрудник такой-то. Он был коллегой, которым я сильно дорожил. Ну, я дорожил всеми моими коллегами, но и он был другим. Энтузиазм, с которым он отдавался работе, был каким-то экстраординарным, что я очень редко видел. И все же я не знаю, как она узнала его имя. Может, кто-то позвал его по имени, когда он был внутри камеры содержания, и она услышала его. Не надо было направлять их туда вдвоем. Мы часто используем метод использования команд пар, которые мы отправляем в камеры содержания. Но, как вы знаете, мы всегда были немного легкомысленны. Эта аномалия имела низкий уровень опасности. Даже если мы будем следовать методике и посылать двоих в камеру содержания, начальство не будет этому рады. Опущено. Ну, а продолжение вы уже знаете. В тот день, когда произошел инцидент, он, как обычно, был отправлен в камеру содержания, но не возвращался долгое время. Я знал, что он был расторопанным и прилежным работником, поэтому я отправился в камеру содержания, боясь, что случилось самое худшее. К счастью, обнаружил его без единой царапинки, но парень выглядел сам не свой, ну прям совсем не свой. Опущено. На следующий день парня отпустило, я слышал, что его отправили к психиатру, но после этого никто ни разу его не видел здоровым. Парень продолжал глазеть в стену, что-то бормоча и не отзываясь ни на что. Это был последний раз, когда я видел его. Никто не знает, что случилось с камерой содержания, и от этого парня вы вряд ли это узнаете.
Свела его с ума, чертовка. Ужас. У нас сейчас будет снова пища, и нам Мейсона нужно держать поблизости где-нибудь. Потому что он лучше всего с ней справляется, вот и все. Так, куда бы кого отправить-то, а? Минус 8 по времени. Кто здесь? Так, погнали. Три, два, раз. Ну, пища. Идеальный суррогат. Мейсон, живо сюда. А ты возвращайся. Так, давай проверим другие места. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, знаете, неплохо. Хорошо. Мейсон, давай, где ты? Не, серьезно, где он? Чего ты не движешься? На тебе вся операция держится. Стойте. Как-то все начало не очень хорошо себя вести. Давай. Куда сбежали? Ну куда? Мейсон просто ходит и уничтожает всех. Ну просто потому что их много, вот и все. Много, и решить такую массовую проблему может разве что Мейсон, и все, больше никто. Ну, конечно, могут и другие, но это очень долго будет. Ну, серьезно, давай, иди вот сюда. А вы кто-нибудь, идите и добейте его. Да вы шутите, ребята! Добейте эту штуку. Так, хорошо, где еще? Нигде нету, слушай. Блин, я не вырабатываю и зеленый полдень. Ну, конечно. Так, куда они исчезли опять? Это сложно, слушай. Поезд, так, тихо, поезд. У меня в голове щелкнуло. Я чувствую за секунду довод. Серьезно. А, поезд. Пожалуйста. Ух. Да ну нет, я же взял билетик! Я же взял билетик! В вашем экспрессе! Я смерть чувствую просто близко, да. Ужасно. Я же взял билетик! Ну! Мерзкий. Я разработал стратегию, ребят.
Я эту серию уже пытаюсь записать, невероятно какое количество времени придется резать, скорее всего. Но я не могу ее исследовать вообще никак. Я сюда поставил Джулиана с его успокаивающей базукой и загоняю сюда Алекс раз через раз, чтобы она исследовала немножко, сошла с ума, он ее успокоил, идеальные отношения. Через 5 минут снова зашла. Ужасно. Но что поделать. С вот этими аномалиями вообще не возникает никаких проблем. Ну, потому что сотрудники прокачаны, мы просто знаем, как с ними работать, и все. Поезд. Но чем дальше, тем больше я понимаю, как это все действует. И как не тупить. В этот день пережить. Вообще ужас. Так это тоже мораль, восстановишь свою. По чуть-чуть. Охуеть вообще. Давайте на новый заход. О, Джулиан, давай иди. А ты исследуй. Я, может быть, что-то делаю не так, я 100% что-то делаю не так, но... Что поделать, фрукты пришли. Черт, они в таких неудобных местах. Так, вы окей. Сделать. Эти ребят, успокаивайте. Ух ты, неплохо идем, неплохо, неплохо. Идите, помогите ему. Хотя? У нас действительно стали клерки очень неплохими. Ну, в плане банального подавления. Да, хорошо, хорошо. Хорошо. Я надеюсь, вы меня извините за чрезмерное, может быть, молчание, потому что я уже так устал записывать этот, этот день, что вообще ужас. Так, ребят, давайте. Слышу страшные звуки. Давай. Так, отойди подальше, а то она сейчас вылетит, умалишенная. Ну, или ей удастся его изучить. Это будет, конечно, шок. Так, поезд. Я уже боюсь вот серьезно этого поезда. С поездом все пока что хорошо. Дай себя исследовать, штука страшная. Вот это просто, это самая страшная жесть на нашем объекте сейчас. Все, нам конец. Так, ты готов? Она сейчас сойдет с ума. Так, давай. Серьезно? Успокаивай, успокаивай, успокаивай. Ну как? Алекс, ладно, мне не жалко. Если мы закончим этот день только с ее смертью, мне вообще не жалко будет. Потому что я хочу хоть как-нибудь закончить. Как-нибудь. Этот день уже он меня достал. И если так, то это будет первая смерть.
будет первая смерть у нас осознанная, причем. Что поделать? Потому что осталось ячеек прям очень мало. Прям очень мало. Так, поезд. Нет, я не дам тебе запороть мой день опять. Чем дальше, тем хуже. Ужас какой. Вы не отдыхаете. Прям жесть. Нужна какая-то защита от черного урона на следующий день. Да ты шутишь. Надо успеть доработать эти ячейки до того, как клипот. Ну, понимаете. Подожди, у нас же еще есть камеры, да, с клипотом. Ой, я не помню, кто здесь работал последний раз. Пусть дело не сходит. Так, где еще? Ужасно, ужасно, ужасно. Это, вы, наверное, увидите, что будет, если эта штука выберется. Это будет просто жесть. Ребят, пожалуйста, у вас есть 20 секунд, чтобы 15 ячеек выработать. Пожалуйста. Твою мать. Страшно-то как, ужас. Они не успеют? Никто не работает. Еще и здесь. Ужас. Ужас. Кромешный мрак. Кого мне сюда отправить тогда? Камилу. Привязаны, что ли, попробовать? Так, будь наготове, пожалуйста. Если что, успокой ее. Старайся. Так, я не знаю, кто это сделал, но это просто герой сегодняшнего дня, который позволил 23-й день завершить почти без жертв. Офигеть, ну да, Нес, ну что сделать-то, зато мы выполнили задание Тиферет, второе, да-да. Кто там погиб-то? Камила повысила уровень, кстати. И все. Ну и, я даже не помню кто, Оливия, ну и плевать, ну и плевать, мы ее наняли специально для этого дня. Если что, то я просто не хочу его переигрывать и все, это супер мерзкий день, ну а дальше легче-то не будет. Я не знаю, понравилось ли вам это видео, если да, ставьте лайк, если нет, дизлайк, потому что это было прям вот настоящая пытка. Нет, ну не пытка, это прям испытание жестокое было. Подписывайтесь на этот или второй канал с записью стримов, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать, обязательно пишите в комменты, напишите насчет этого дерева с глазами, что мне с ним делать, я его боюсь. Увидимся в 24-м дне, ребят. Пока-пока.